Научиться хозяйствовать мудро, рачительно, целеустремленно, не нарушая гармонии природы, а помогая ей, это стало сейчас важной государственной задачей. Уникальные природные условия в дельте Волги, фантастическое царство птиц, сказочные гуси-лебеди, массовые нерестилища промысловых рыб. Это тоже один из старейших в стране заповедников – Астраханский. Сейчас в нашей стране на всей ее территории от западных до восточных границ насчитывается 143 государственных заповедника –